Финансовая полиция снова об экстрадиции бывших сотрудников БТА банка. Речь идет об экс-начальнике управления корпоративного бизнеса банка Веронике Ефимовой и ее заместителе Зауре Джунусовой. Не особенно стесняясь в выражениях, финполицейские заведомо назначили их членами организованной преступной группы. Ефимова являлась одним из ключевых организаторов преступной группы Облязова. Она в 2005-2009 годах занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса номер 6 банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ Облязова компаниям. Кроме того, антикоррупционное ведомство намерено заполучить из Венгрии Зауре Джунусову. Об ее экстрадиции говорят как о деле почти решенном. 23 июля 2013 года Джунусова была задержана на территории Венгрии. И в ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан. Что до самого Мухтара Облязова, который задержан во Франции, вопрос о его мере пресечения суд рассмотрит завтра в закрытом режиме. Если адвокаты господина Облязова докажут факт политического преследования подзащитного, то официальная Астана вряд ли получит оппозиционного политика. Вот, и поэтому последовательно.